Всем привет, с вами я, Айм Настя. И я заболела, поэтому извините. И да, сколько времени я снимала длинные ролики? Сорян за отсутствие роликов, которые хотя бы, 4 минуты длятся. 3 месяца назад. Надо исправлять. Сегодня у меня будет реакция на Сьюх. Сразу говорю, я просто ничего еще годного не нашла. И что я отсутствие смотрела? Реакция на Сьюх. И я не знаю, после этого, может быть, я сама Сьюхой стану. Но коротко о тех Сьюхах. Кто не знает, кто такая Сьюха? Это девочка, которая якобы есть способности. И она встречается с каким-то персонажем, которая на минутку не существует в реальной жизни. Их нету. Например, с Сансом очень много Сьюх на данный момент. С Фокси тоже есть. Алстер. С Алстером тоже есть. И сразу говорю, сценария нету. Блин. Сразу, опять же, хелпинг за уведомление. Извините. Я не знаю. Сори. Я не отключаю уведомления, так мне они на данный момент нужны. Сейчас я пойду в настройки и отключаю уведомления. Встретимся через 1 000 000 лет, да. Help me. Случайно. Короче, уведомления были отключены. Я отключил все уведомления, которые только можно было. Ну, а мы начинаем. Сегодня буду играть в этот режим, или можно сказать игру. Что, короче, ну, зачем я говорю режим, я не знаю зачем. Я сейчас буду искать Сьюху какую-то левую. На кого Сьюх, я не знаю. Просто буду левую искать. Ютуб. Да пофиг. Нашла уже штуку. Ну, вроде бы камеру я включила. Уже проголосовали за... За что еще я и не видела, за что проголосовали? За расстрел. Хорошо, расстрел. Но я сейчас буду включать очередную... Я болею, извините. Сейчас я буду включать очередную Сьюху. А, блин. Вообще Сьюху я это нашла. Это первое, что мне вылезло, когда я вела Мэри Сью. Ну, вроде бы ничего нету такого в названии. Ну, как ничего нету? Есть мат. Или я не буду говорить, что это, но не очень хорошее слово. Я не скажу, почему. Но я и включаю. У этой Сьюхи нету звука. Вот что я заметила. У нее просто нету звука. И... Может быть, у нее микрофона нету, или она просто снимает, но не знаю, как включить микрофон. Так. И я уже поняла, что будет. Из-за этого я сейчас поставлю кое-что, короче. Я тут, кстати, микрофон включила, я просто сейчас озвучиваю. Я уже поняла, что будет. И, да, я поставила. Я молодец, я поставила 18+, так как это не детские девочки. Короче, я поставила, потому что там... И этого будет много в ролике. Этом, так как девочка маленькая, из-за этого, скорее всего, не показывает свой голос. Но не очень хорошенькая. Хотя этот ролик вроде популярный. У нее, я не понял, у всех этих Сьюх вроде по 1000 подписчиков. Потому что популярные блогеры их пиарят. Блин, может быть, и мне Сьюхой стать. Короче, тут показывают, где табун 18. Ну, короче, фото 18+. Там показывают то, что не надо еще знать, и
показывают, типа, эта девочка, сейчас коротко расскажу, это типа якобы ее, это шлепок раздел и... И не буду говорить, что было дальше, потому что это, опять же, бумажка эта. Почему я говорю бумажка, если это фото, я не знаю. Короче, сразу говорю, это фото не я поставила. Настя, которая поставила это фото. Хрусти даешь. Хрусти даешь. Короче, это фото поставила я только из-за того, что я объяснила, почему. Я просто паркурю, вам нифига не видно. Вот теперь видно. Что могу сказать по поводу этой сьюхи? Срисовки нету, это плюс. Я сейчас буду уже включать вторую сьюху, но знаете, что самое плохое? Слишком очень много, короче, очень пошлая сьюха, могу сказать. Изменяйся. Я выберу классика, или что я выбрал, я уже не помню. Так, я на минутку тогда озвучивал, я сейчас переозвучиваю, так как там нифига не слышно. Так. Начинаем раунд, и сейчас, наверное, сьюху. Вот, сейчас сьюху буду, еще одна сьюха. Готовьтесь. Раз, два, три. Сьюха. А, сейчас будет. Раз, два. Зачем я такая стягиваю? Потому что я не вижу, что она тут и будет. Еще раз. Два, три, четыре, пять. С вами Кристина Саняша. Сегодня у меня... Сегодня я вам хочу сказать... что у меня есть две новости. Но она, скорее всего, у вас будет. Первое, это то, что я хорошо научилась рисовать. Если не будет, я поставлю это. А вторая, то, что я немного изменила персонажа. Но третья, на самом деле, очень печальная. Потому что вы задолбали писать, что я сьюха. Я не сьюха. Меня Тоби Фокс хотел добавить. Он даже это подтвердил, а вы... А вы... Вы разбили мое сердце. Вы... Я надеялась, что вы хорошие. А оказалось, что нет. Почему? Почему вы такие злые? Не плачь. Не плачь. Тоже... Я тоже был плохого... Я тоже был хорошего мнения о них. Но оказалось, что они падлы. Что они тупые. Они дебилы, умственно отсталые. Не понимают. И они злые. Солнце. Ты единственный, кто меня поддерживает. Спасибо, Солнц. Себя я не знаю, как бы я справилась. Спасибо, Солнц. Пожалуйста, Солнц. Не знаю. Конечно, я всегда с тобой. Ребята, поначалу могу сказать, что я тоже красиво рисую. Я вот сейчас у вас выплыли фото, и Санс, ты не имеешь права меня называть так. Так как я просто зашла на этот ролик, я не знала ее дальнейшую судьбу, я не знаю, как она выглядит вообще. Я просто посмотрела ролик, который был. О, да вы издеваетесь, это опять сьюха без звука. Я просто буду смотреть. Скорее всего, тут будут надписи, из-за этого я просто сижу и жду озвучивания. Что с Фокси, я тоже, кстати, не знаю, что с ним не так. Почему у него кривые глаза и почему они все кривые. Привет. Привет. Как тебя зовут? Аврора. Ты красивая, спасибо. Будешь моей живой женой. Буду. Продолжение следует. Ну, я думаю, продолжения не будет. И представьте, вы просто свалились куда-то, и вам какой-то левый пост предлагает. А давай поженимся. Вы на канале Авроры, то есть меня. И сегодня я буду убивать мою срисовщицу, да. Она очень глупая. Она срисовывает у королевы мира.
И еще у меня самый лучший монтаж. Авру, ложки, ха-ха-ха. Ну что же, вот она, и сейчас я ее буду убивать. Эй, ты! Глупая! А ну иди сюда, я тебя сейчас убью! Пш! Ха-ха, я ее убила! Всем пока, подписывайтесь мне, иначе я вас убью. Всем пока! Опять всем пока. Вещь по-другому. Короче, я придираюсь к этой Сьюхе только из-за того, что она говорит то, что... Короче, она старицевала у девочки, и это видно. Всем привет! С вами Кристина Саняша. И сегодня я, Мицуко Сенс, я буду рассказывать вам одну историю, которая случилась на днях. Так вот, просто я сижу... Рисую. И тут мне вдруг в дверь вламывается Билл Шифер. Представляете? Прям выломал дверь и ворвался. И он говорит: «Стань моей девушкой, ты такая красивая, вау, какая ты классная. Стань моей, пожалуйста». Я ему и говорю: «Пошел ты в жопу, у меня теперь будет три баня, понял? Мне не хватает одного, поэтому у меня будет целых три. Я еще себе найду». «Ух ты, круто! Давай, возьми меня. Я буду прекрасным парнем, обещаю». «Да пошел ты в жопу, пожалуйста. Я уже нашла их. Я знаю, только они еще не мои парни, но я их себе заберу». «Там есть я?» «Нет, это будет Салли и Ларри. Если не получится, то я тебя все равно не возьму, поэтому пошел в жопу. Я их все равно, они будут моими. Поняли?» «Ну, почему? Я же такой классный. Все, пошел в жопу, я уже улетаю к Салли и Ларри. Ну нет, пожалуйста, не бросай меня. Я буду хорошим. Пошел в жопу». Отправилась к ним. Я их встретила. Я им такая говорю: «Мальчики, вы такие красивые. Вау. Хотите стать моими парнями? Я ведь такая красивая. Пожалуйста». И они мне такие говорят: «Мы геи, чтоб ты знала. Понимаешь? Они сказали, что мы геи. Это правда». Ну, и, короче, я сказала, что мне все равно, но они меня послали. Я вернулась домой в печали. Но я все равно буду завоевывать их во что бы то ни стало. Билл сразу спросил: «Все прошло. Да, пошел ты в жопу. Даже если... у меня не получится, я все равно с тобой. Я не буду, у меня все получится с тобой. Я никогда не буду встречаться. Пошел в жопу. Ну, пожалуйста, я ведь такой крутой». «Да пошел ты на! Три веселых буквы!» Я дала ему пощечины, вышвырнула его, а потом он еще раз вошел. И он опять умолял, но потом. Я его вышвырнула и убила к чертям собачьим. Минус один, да. Ах, да, еще задавайте свои вопросики в комментарии. Я... Ну, что могу про эту Сьюху сказать? Это что, логично, что Ларри и Салли были геи. И я бы даже не отправляла хотя бы по фото, которые... и по артикам, которые им делают. Хотя поэтому... Сьюха из-за этого, по-моему, интересная даже. Мне одна этим и даже и нравится. Короче, Сьюха такая у нас появилась. Если кому-то что-то не понравилось в этом ролике, вы можете... пожалуйста, не ставьте дизлайк. Плиз. Я старалась над этим роликом, делаю его больше часа. Часом. Я, тем более, я болею, и мне на данный момент тяжело, поэтому поставь лайк.
подписываться. Желательно. Встретимся в следующем ролике.